Меня интересовала техника всегда. То есть я все время интересовался машинами, самолетами, грубо говоря, техникой. И всегда хотелось мне, скажем так, полностью раскрыть себя в этой области. В 9 классе примерно принял решение, что я хочу стать инженером, вот твердое. Потому что эта профессия очень востребованная. Нейронные связи, которые вырабатываются в мозгу во время обучения, самые крепкие именно у инженеров. Я считаю, что я свой выбор сделал правильно, и я, как скажем так, я своей цели добился. Я окончил Московский государственный технический университет имени Николая Эрнестовича Баумана по специальности проектирования технологических машинных комплексов, кафедра технологии машиностроения. Я родился здесь, я родился в поселке Пангоды. В 2016 году я проходил практику в том же самом управлении, в котором сейчас работаю. Я был помощником инженера по подготовке производства в ремонтно-механическом цеху. Я ознакомился с технологическими процессами, которые есть в управлении, ознакомился с общей структурой предприятия, структурой общества, что как работает. Для меня газопроводно-добычный дым – это первое рабочее место официальное. Есть коллектив, есть общая цель, есть конкретный результат, которого нужно достичь. И когда, скажем так, на работе присутствует драйв какой-то, не скажу, что дедлайн, а, скажем так, ощущение такое вот, ну, всеобщей вовлеченности в общее дело, меня это сильно заряжает, и я, скажем так, завожусь из-за этого. Печка раскочегаривается, и полностью вливаемся в работу, работаем весь рабочий день без остановки. Я занимаюсь репетиторством в свободное время от работы. Решил этим заниматься, потому что мне нравится помогать людям. Я преподаю математику, физику, высшую математику, геометрию, алгебру, линейную алгебру, векторную алгебру, начертательную геометрию, инженерную графику, компьютерную графику. В общем, технические и точные науки, исключая химию, конечно. Я чувствую удовлетворенность после каждого занятия, что мне удалось что-то, скажем так, принести в голову ученикам. Потому что я считаю это очень благим делом, помогать людям обретать знания. За этот год мне удалось рационализаторское предложение оформить на установку по испытанию газовых баллонов автомобильных на герметичность. В будущем хотелось бы дать обществу еще больше рационализаторских предложений. Общая цель такая – это дать обществу сотрудника, который компетентен, который всегда, скажем так, поможет, то есть ориентирован на общее дело. Всегда доступен, то есть не так, скажем, да, допустим, отпуск, да, и все, не звоните мне, не пишите, ничего не надо мне. А именно вот всегда быть на связи, всегда помочь, чтобы во мне общество было уверено.